Улица Украинская. Здесь представители подрядной организации работают вторую неделю. Проводят замену более чем 300 метров старого водовода на участке от улицы Кооперативной до Украинской. Работа вызвана большим количеством аварийных утечек, скажем так, аварий, с тем, что жители нам постоянно обращались как бы, на замену водовода. Данный водовод соединяет одну и вторую как бы, часть города. Сейчас работы идут на самом сложном участке – у моста по улице Украинской. Для того, чтобы проложить трубу под железнодорожными путями, привлекли специалистов из Днепра. Они используют технологию горизонтально направленного бурения. Она не наносит никакого поверхностного повреждения именно для таких благоустроенных участков. Железная дорога, там, в черте города, где уже переходы под проспектами уже не вскрываются, а делается все это закрытым путем. Бурение проходит в несколько этапов. Сейчас применяется бур диаметром 10 сантиметров. Затем его увеличат до 1 метра, после чего будет уложена металлическая гильза. В нее затем установят новую пластиковую трубу. Стараемся к 20 декабря закончить этот объект. Мы работаем с двух сторон, и оттуда железной дороги, и с этой стороны железной дороги. Работаем, стараемся использовать полностью световой день, и даже субботы и воскресенье, естественно, будем работать. Я думаю, что мы управимся. Для того, чтобы не причинять неудобства горожанам, старый трубопровод специалисты КП «Водоканал» не отключали. Новый прокладывают параллельно существующему. Если у нас есть вопрос по переключению жителей, так как это моменты как бы такие есть, они как бы производственные, жителей мы информируем, как бы там, где мы на ночь планируем переключение, как бы жителями согласовываем, там мы подвозим воду, водоснабжение обеспечиваем, как бы, да, то есть машина дежурит всю ночь, жители могут набирать воду, то есть недостатки мы пытаемся как бы загладить. Екатерина Даньшина, Юрий Васильченко, ТВ5.